Урок, Марья Ивановна. Дети, как называется человек, который делает мебель? Встает Катя и говорит: столяр, Марья Ивановна. Правильно, Катенька, садись. Дети, а как называется человек, который делает сталь? Встает Маша. Столевар. Правильно, Машенька, садись. Ну а как называется человек, который производит электричество? Все молчат, тут руку тянет Вовочка, встает и говорит: Гондурас, Марья Ивановна, Гондурас. Марья Ивановна смотрит на него: Вовочка, что ты такое говоришь? Почему Гондурас? Да понимаете, Марья Ивановна, у нас, когда дома каждый раз отключают электричество, батя приговаривает: да когда ж эти гондурасы свет-то дадут?